Герман и сайт videogameplay.ru представляют. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Герман, мы продолжаем играть в игрушку World Fish. И мы остановились на вот этом прекраснейшем водоеме, где мы собираемся поймать с вами крупную рыбу. Крупную рыбу попробуем поймать всех рыб, которые, ну, все рыбы, которые здесь вот написано, вот галочками, она чик-чик-чик-чик отмечается. Fish, вот она здесь, вкладочка такая интересная. Сходил себе попутно за чаем. Сейчас буду пить чаек и играть. Так. Поклевочка пошла, пошла. О, что-то никак. Ну. О, хит. Что значит хит, интересно? Вообще без понятия. Так. Красная катушка у нас, то есть она не справляется. Когда дергаешь, кстати, энергия отбавляется. Но сейчас почему-то нет. Давай, дергай. О, свинг. О, рыбка, хопа. Почему-то она вся мелкая. Вот он держит, гляньте, но вообще мелочь. Есть какая-нибудь такая рыба, чтобы он прям так... О-о-о-о! И офигел. Что-то такое я еще не наблюдал. Рыбы. Ну, это мы, наверное, пока что уровня маленького. Надо побольше уровень. Побольше. Ну, хотя тут смысла, в принципе, я так смотрю, уровень-то набивать-то и нету, потому что так бабах, и все, и слетело. И ты такой, оп, оп, ну все, оп-оп, и все у тебя пропало. Это довольно-таки обидно, когда это все пропадает. Это как-то так. Сливы еще не поспели. Угу. 6 уровня. Так, ждем, ждем, ждем. Опа. Опа. Ну, давай. Гля, не хочет. Мисс. Все. О, какая-то рыба. Габун какой-то уплыл. Фиг его знает даже какой. Просто уплыл и все. Жалко, конечно, катушку мою. Такая там неплохая катушка была. А, 29 дней, смотрите. 23 часа и 44 минуты. Это не навсегда. Это только на время. Может, это какая-то акция, и все это только на время? Не, мне кажется, это обнова, ну, она навсегда. А вот это вот то, что мы покупаем, сундучок, вот этот ящичек, это, короче, на время. Гляньте, неплохо она тут тянет, гляньте, плывет куда-то. Но она прям ко мне плывет. Это хорошо. О, выпрыгнула какая-то. Вот это вот неплохая рыба. Давай, 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 давай. Вот так вот классно. Мне вот так вот нравится подтягивать рыбу. Вываживать. Давай. О, А. Написано. А надо нажимать. Зачем, только не знаю. Свинг. Неплохая рыба. Во. Все, энергия у нее закончилась. Вот он, по сути, вот гляньте. 42 сантиметра в длину, но вес у него фигня, но он, вот рыбка. Но опыта много. И денег тоже неплохо. Неплохая рыба, в принципе. В принципе, даже неплохая рыбка. Угу. Блин, а как бы быстро здесь прокачаться? Я не понимаю, как быстро качнуться. Но на 5 уровне вроде можно удочку нормальную купить. Сейчас до 5 докачаемся и в шоп. Посмотрим. Да, чай со сливой — это вообще экзотика. Угу. Бах. Ну, давай. Еще какая-то рыба. Может быть, это же даже. По-моему, та же самая. Давай, 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 давай. О, все, катушка не вывозит. Не вывозит. Давай, давай, давай. Походу, это та же самая рыба. Сейчас будет опять эта буковка А. Наверное. А может, даже не она. Какая-то рыба мощнявская вообще. Чего? If you use a fishing
Не знаю, короче, не знаю. Может, она облотку леску оборвала. Такое, кстати, маловероятно в игре. Но в реале это вообще за просто так может быть. Так что? Я думаю, что, в принципе, могло быть такое. Чё крючки дают, я не пойму. Давай, давай, цепляйся нормально. Какой-то грит или грет, не знаю. Но энергии у нее что-то мало вообще. Neo Fish used a parrot какой-то. Эх, фиг знает, level up. И давайте в шоп. В шоп. Так, next. И пойдем в магазин. Какой тип с удочками такой. Еее, я батя. Какой-то он вообще серьезный. Посмотрим. Удочки. Так. Где они? Форфиш. Форфиш. Тут нет, наверное. А, во, есть. Пятого уровня удочка. Это добавили. До этого ее не было. А голды нету? Голды за пятый уровень. Нету. Или есть? Не, нету. Только вот такая. Окей, на пятый покупаем. Денег у нас, в принципе, хватит. Покупаем катушку. Покупаем удочку на пятый. Где он, кстати? Бай. Бай. А, кстати, пятая удочка. Она апгрейд. Во, она апгрейдится. Ее можно будет попробовать проапгрейдить. Катушка на пятый тоже апгрейдится. Вообще все замечательно. Все по красоте. Смотрим, что здесь еще у нас есть, что мы можем купить. Ну, по-моему, здесь уже все. Сильно все дорогое. А, леска. Леска. Леска идет с 10-го только. Как-то они не продумали. Все есть на 5-й, а вот леска только с 10-го. Ну, значит, должна моя подходить, в принципе. Вот какая-то червячок какой-то. Not for sale, not for sale. Не знаю, что он пишет. Типа нельзя использовать, что ли? Ну, десятый. Вот на первый тут какой-то червяк. Он 300 аж стоит. Давайте его купим. Окей. Окей. 30, что ли, штук я купил. Пофиг вообще. Так. Что здесь еще есть? Садок мы с вами купили. Это я вообще не знаю, что это такое. Тоже не знаю. Ну, короче, всякая фигня осталась, походу. А, во. Лайн, леска. Но она только с 10-го, конечно. Ну, ладно. С 10-го, так и с 10-го. Пофиг. Апгрейд. Апгрейд пак. Первый. Только на первый, да? Апгрейд бокс 10. Давайте купим. Что нам терять? Вот нам что-то вот интересно. Бай. Покупаем. В принципе, что? Будем тратить свои бабки. Итак. Все надо забрать. Окей, я забираю. Я забираю. И я забираю. Зря только вот эту коробку я купил. Она теперь мне даже не нужна, получается, по сути это дело. Открыть мы ее не можем, жалко. Это можем хоть открыть. Это можем. Получили все, что хотели. Статы надо увеличить. Ну, я все сюда кидаю, самое первое. Я без понятия, что это все значит. Поэтому я не парюсь даже. Так, рыбу продавать я не буду, не хочу. Так, сейчас сливку съем. Так, и пробуем. Апгрейд. Карточка. Апгрейд. Ну, и чё? А это? Или сюда? Не? Может, еще не сделали, что можно апгрейдить, я что-то не пойму. Фиг знает. Может, реально еще не сделали, что можно апгрейдить. Так, ну ладно, на пятый уровень удочку ставим.
Ставим. А, ну тут not for sale, что ли? Не понимаю, что написано совершенно. Какая-то хрень. Это тоже нельзя, да? А, не, это можно. Этих червяков можно, оказывается, поставить. Окей. Ну все, в принципе, мы готовы. Вот это бы только продать. А то оно просто так валяется у меня. Давайте. Фристайл. Сюда. А что значит классик? Я что-то вот не пойму. Я вот еще не играл. На. Найс, найс. Что это? Давайте на вот это вот поиграем. Я не знаю, что это значит, но поиграем на ней. Здесь что-то. Ну, короче, пофиг. Как обычно, все. Угу. Все супер. Слива вообще четкая. Хоть еще и зеленоватая, но офигенная. Что тут нас просят? Ну, опять, как всегда, эту рыбу выловить. Она мне вообще нафиг не нужна. Пятый уровень. Новые снасти. Новые возможности. Плывем, значит, туда. И попытаемся. О, какая-то странная рыба. Поплывем до маяка. Там будем пытаться поймать что-то дельное. Ой, блин, это, сори, подставка под кружку. Прилипла. Хотя не знаю, что прилипать, у меня чай без сахара. Так. Плывем. Попробуем сейчас прямо возле маяка, ну как в тот раз. Если даже эта удочка уже на пятый не сможет его возить, то я даже не знаю. Upgrade coin remaining 0 из 10. Rest una while. Хрен его знает, я вообще без понятия, если честно. Чем апгрейдить ее, я просто не знаю. Can be used at level 5. Фиг знает. Ну, короче, эта удочка, по крайней мере, я думаю, лучше намного. О, все, приплыли. Тут аж рыба на 17 даже есть. Какая-то вообще жесткая, походу. Ну, еще прикол в том, что леска у меня фигня, то есть она слабая. Слабая леска. Этот какой слаб. Тут это еще фигня. Червячки какие-то, которые я купил, я даже не знаю, что они делают. Может, на них даже эта рыба не будет клевать. Ну, будет. Мне деваться некуда. Если они продаются, тем более за голду. Во. Я же говорю, будут клевать. О. Фирст какой-то. Хрен знает. Что за рыба? Давай, 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 давай. Мелочь какая-то. Ну, XP неплохо за нее дали. Значит, рыба не бездарная. А крючки это, наверное, типа меньше срываться, что ли, будут, не пойму. Или что-то типа того. Фиг знает. Вот, до 6 тысячи опыта надо. Сейчас бы выловить какую-нибудь рыбу, которая весит мисс. Все. Мисс это значит, это все. Ну, то и значит. Ну, наверное, рыба на, ну, вот, на 15-й рын левел, на 17-й клюет, а у меня снасти на 5-й вообще. Это еще, кстати, подобавляли удочки. Но леску что-то они не добавили. Либо они, ну, просто как бы пропустили. Ну, или затупили, закосячили немножко леску. А может, подумали, что вот этой будет достаточно. Ну, что-то я сомневаюсь. Все, на 5-й есть, а лески нет. Как-то тоже, знаете, это... Не есть хорошо. Во, какая-то интересная довольно такая таки рыба. Давай, 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 дергай, дергай. Ты должен вытащить эту рыбу. Какая-то она вообще нормальная такая. О, у меня энергии уже почти не осталось. Ё-моё, вот это вот, гляньте, видели, какая рыба? А, вот эти карточки, они что-то дают, да? Чё-то дают, ё-моё. А ну-ка. Можно использовать? Не хочет, да? Ах ты. Окей.
Ну, один. Окей. О, открывается, гляньте. Три зам... Это коробки, их можно открывать. Во! Давайте открываем сразу 9. Чё париться, 9 у меня есть. Окей. Можно так сразу открыть 9 коробочки. 2. 1 жемчуг. 3 жемчужины, вообще ништяк. 1, ну это что-то мало всё. Может, за... наверное, вот жемчужины это зелёных 2, нифига себе. Синие это, наверное, фигня, зелёные уже круче. Синие. Что ещё? Ещё синие. Ну и последняя коробка тоже синий жемчуг. Класс, вообще, я не знаю, что это значит, но походу это что-то действительно офигенное. Окей, да? Нет, не... почему нет, я не пойму. You must delete cell... удалить надо что-то. Итем какой-то. Какой-то надо итем удалить. Назад. Назад мне удочку нормальную. Блин, а как ее удалить? Может ее выкинуть можно? Нельзя, да? Ладно, потом разберемся, что с ними делать, потом. Все потом, с ускотом. Вот эта рыба офигенная, я хочу ее выловить. Вообще классная, вот эта красная. За нее походу опыта вообще навалят много. Сразу там пол уровня будет, наверное. Может даже больше. Но ее тяжело ловить. Она какая-то жесткая. Представляете, рыбу на 5 уровне поймать, которая предназначена для 17-го. Это ж вообще просто атас. Угу. Ну это какая-то фигня. Не очень такая рыба. Я не знаю, зачем держать вот за вот этими маркерами, что это дает. Может меньше сопротивления, фиг знает. Вов, поймал. Неплохо поинтов за нее, в принципе. Рыба такая. На поинты больше. Но мне поинты нафиг не впали пока. Мне опыт надо. Мне нужен опыт. Красную бы вот эту рыбку поймать. Рид сибреем какой-то. Красная сибария какая-то. Не знаю, как ее еще назвать. А вот еще. Вот прям вот можно вот так, наверное, держать. Вообще четко будет. Так энергия у нее, что ли, быстрее заканчивается, когда там в этой шкале, что ли, держишь. Не знаю. А у нас подводной камеры нету. Посмотреть. Было прикольно. Ну, потратились камеры. Можно купить. Но не будем тратить бабки. И, наверное, в следующем видео, в следующем, мы уже будем, попробуем проапгрейдить вот эту снасть. Не зря ж жемчужины выпали. А если что, еще купим, короче, коробок и еще чик-чик-чик, пооткрываем их, чтобы много жемчужин было. Я потом на 10 уровне удочку себе куплю и будем ее апгрейдить. О, вот эта рыба какая-то жесткая. О, видите, если вот за шкалой, то есть быстрее. Быстрее у нее энергия заканчивается в этой рыбы. Вроде как. Или может это я так думаю. А на самом деле все по-другому. Ну что, вообще, что хотеть можно от немецкой рыбалки? Вообще симулятор сделан прикольно. Жалко только, что русских людей мало в нее играет. Мало в нее играет русских людей. Кстати, может быть кооператив заснять на эту игру. Будет в принципе ничего так, если кооперативчик на нее заснять. В принципе тут уровень вообще, о, мисс, не играет уровень. Потому что помните, мы с 40-м и 60-м на одной локации плавали. То есть на это пофиг. Я думаю, можно будет поиграть какого-нибудь подписчика своего одного и поиграть. Будет неплохо. Угу. Даже очень неплохо. О, видите? За шкалой. Не, что-то не помогает. Катушка аж красная, гляньте, она нагревается. Ну, рыба ж сопротивляется тоже. Хотя, что сопротивляться? 22 сантиметра и... То есть, вообще 300 грамм, даже 300 грамм нету, 250.
Я не знаю, что тут можно сопротивляться. Ладно, всем огромное спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Ставьте большой палец вверх, если понравилось видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии и вступайте в группу ВКонтакте. И с вами был Герман. Всем до скорых встреч. И в следующем видео попробуем проапгрейдить снасть. Пока-пока.